Здравствуйте, с вами компания «Дом в дорогу», меня зовут Константин. Вот это вот наша площадка в Краснодаре. Еще одна есть в Тбилиси. Ну, сейчас я проведу быстрый видеообзор всей техники, которая стоит у нас здесь и в Грузии. Хобби Престиж 720 КВВФУ. Видеообзор на него есть. Это прицеп, который продается. Вы можете завтра приехать его купить и поехать на море. Он абсолютно новый. Планировка рассчитана на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 спальных мест. Он имеет отдельную детскую комнату. В общем, хороший прицеп для Европы. Особенность его такова, что он предназначен для всех видов тягачей. Неважно, равный, неравный. В общем, прицеп для неравных европейских тягачей. Значит, дальше. Keystone Bullet 287 QBS. Этот прицеп уже продан, но на него также есть видеообзор. У него особенность его такова, что у него есть отдельная детская комната. И рассчитан он на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на 8 спальных мест. Дальше. Deadlifts и Spirit. Интеграл 2014 года, пробег 47 тысяч, его цена ровно 9 миллионов. Далее, Хобби Excellent 495, очень дешевый прицеп, он стоит всего-навсего 3200 на 4 спальных места. Но этот красавец, конечно, шикарнейший 11-метровый большой американский прицеп 29 РКПР, то есть Хобби премьер серия, элитный, рассчитан на 4 спальных места. На него есть видеообзор, но внутри он просто дворец. Дальше Хобби Deluxe 540 540 LU. ЛУ, у него раздельные кровати, нафаршированный, зимний, чего тут только нет. 2018 года, его стоимость ровно 3 миллиона. Он продается, ну, покупайте и сразу прямиком на море. Вот этот вот, я не помню, говорил или нет, 29 РКПР тоже продается. Итак, в этом ряду продается, продался и тоже продается. Так, дальше. Поехали. Этот прицеп чужой. Bullet Crossfire 2290. Производитель компании Keystone. Но он чей-то. Он когда-то был куплен. Просто человек нам поставил его на ответственное хранение. И недавно, вот только-только поступил, или вчера, или позавчера, Keystone Bullet Ultralight 250 BHS. Он уже имеет своего хозяина, но они есть сейчас на заводе. Срок поставки 3 месяца. И на этот прицеп я сейчас проведу видеообзор. И еще один автодом, который в данный момент также продается. Thor 4 Winds 25V. Вот вы видите сейчас на экране несколько фотографий этого автодома. Этот автодом тоже продается. Следующее видео у нас будет видеообзор этого прицепа. Наш сайт «Дом в дорогу». С нами интересно. Сейчас в наличии на площадке. Приехал, сел и уехал. Растаможен, с ПТС, со всеми документами, готов к продаже. Дворец для путешествий вдвоем. И духовка, и варочная поверхность, и микроволновка, и вот такой вот разделочный стол. Американцы очень любят отдыхать. 3447, все, подходит. И посмотрите, какой он огромный. Класс, да? Ну, поехали дальше. В нем всегда будет холодно, в нем всегда будет мороз. Это очень хороший холодильник, он включен. Сюда пришли, отдохнули, спрятались от всех. Спальня хозяев, автодома, королевская кровать. Здесь стоит инверторный кондиционер, стены из композитных материалов. Все, что за бортом, не слышно, в том числе генератор. Вот этот материал будет вечен. Бойлер, газовый, электричество. Здесь всегда есть горячая вода, причем проточная. Нажимаете на эту кнопочку и ставите всю водяную систему под давление. Огромная внешняя кухня. Посмотрите, какая
прелесть. Холодильник, опять-таки, компрессорный. Ну, вы можете себе представить. Премьер Ультралайт 29 РКПР. Сейчас в наличии на площадке. Приехал, сел и уехал. Растаможен, с ПТС, со всеми документами, готов к продаже. Если у вас не рамный тягач, обычный автомобиль, какой-нибудь BMW или Mercedes или Volkswagen или что-то вроде того, так как оси расположены посередине и сам по себе он легкий, то нагрузка на шар здесь может быть даже отрицательной. Ну вот, смотрите, я сейчас один возьму это и подниму, да? О, видите? О, да я один могу это делать, смотрите. Все, был я буквально везде. И как раз этот прицеп я приспособил для путешествий по российским дорогам. Хобби Престиж 720KWFU. Он только что приехал из Германии. Он абсолютно новый, в целлофане. Он наиболее приспособлен для адаптации под российские условия. Именно он, вот именно в этом месте нужно располагать основные грузы, чтобы не было тенденции к раскачке и чтобы пол не отрывался от стен. И вот здесь как раз можно расположить вот этот бак. Только этот прицеп имеет такую планировку. Вот это вот детская комната. Видите, да? Двухъярусная кровать для детей. Верхняя и нижняя. Кстати, на них может спать взрослый. Тут же в детской комнате отдельная душевая кабина. Отдельная. И что немаловажно, отдельный туалет. Я ни разу такого не видел, чтобы в прицепе был отдельный туалет. Давайте посчитаем количество спальных мест. Вот этот столик трансформируется в кровать. Здесь два спальных места. Французская кровать двуспальная. И она отделяется. Здесь ее можно отделить вот такой вот гофрированный штор. Значит, шкаф для верхней одежды. Вот, все новое. Ключи. Шкафы с доводчиками. Это у нас такая посудница или бутылочница. Вот эти вот шкафы. Вот подсветку они здесь делают. Большие очень. Здесь телевизор можно поставить. И здесь телевизор можно поставить. 6 спальных мест. Наша компания может вот из этого кресла сделать еще спальное место. Это доп-опция чисто наша. Установлена Трума Комби 6E. Это отопительная система. Она позволяет отапливать прицеп и от электричества, и от газа. И получать горячую воду также от электричества и от газа. В принципе, тут отопление такое же, как и в американских прицепах. Кондиционер Дометик поставлен наверху, там, где ему и положено быть. Интересный холодильник в европейских прицепах. Открывается он и здесь, и так. Да? Аккумулятор позволяет вам иметь полноценное отопление, полноценную горячую воду, потому что бойлер работает от газа, и, по сути дела, там зарядки для телефонов, то есть нормально переночевать, не запуская генератор. Этот прицеп сейчас в наличии, вы его можете купить хоть завтра. Это самый лучший прицеп для тех, у кого не рамный тягач. Вот как раз эта находка для вас.